Здравствуйте, все зрители моего канала! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня получила две посылки с Китая от AliExpress. Давайте посмотрим, что же там пришло. Ну, наверное, распечатаем сначала вот этот вот пакетик. Так, что-то я там уже зацепила и разрезаю. В пакетике оказались мои часики. Он как продавец упаковал. Смотрите, чтоб не дай бог он не раз... Впервые у меня такая вот упаковка достойная, чтобы часы не побились в пути. А шли они очень-очень-очень быстро. Только я их заказала, и они уже тут как тут. У меня такие уже были, я их носила года, наверное, полтора, они потемнели немножко. Но вы знаете, я даже их не снимала с руки, ну, если только когда мылась. Так, как же нам тут их достать? Сейчас я достану. Знаю, что многим моим зрителям, моим подписчикам понравились эти часики, они тоже заказывали себе. И я вот решила, что мне надо заказать новые часики. Очень мне нравятся эти камушки. Часики смотрятся такой вот, ну, красивый очень браслет. Из всех часов, которые я заказывала, для меня они больше всего мне они нравятся. Сейчас я попробую, будут ли они идти. Потому что последний раз мои часы почему-то не шли. Батарейку надо менять. Так, смотрим. Смотрим. Часы стоят. Ну и что за наказание? Такого у меня впервые. Впервые такое, чтобы часы приходили в нерабочем состоянии. Часы не идут. Стрелочка не движется. Значит, батарейка уже села. Так, ну ладно. Расстроена, конечно, я. Но давайте будем смотреть другую посылку. Что же пришло здесь? В коробке. В коробке положили вот такую вот открытку. Конечно, прочитать я здесь ничего не смогу. И в коробке листики. Листики для орхидеи. Вот такие вот искусственные листики. У меня есть орхидеи. Они у меня так стояли, очень несимпатично. А что-то здесь еще один листик, наверное, был. Или что? Или так палочку просто приделали. Вот. И стояли все три вместе. И я решила, что надо их разделить по одному цветку и заказать вот листики и поставить их в вазончики, чтобы у меня было как интерьер. Такие вот интерьерные цветы. Очень красивые листики. В прошлый раз у меня было... Как-то вот этого не было. Немножко были сделаны. Здесь такие вот тоже вот как у живой орхидейки. Я уже один цветок такой сделала. Листики можно... Листики такие вот они жесткие внутри. В смысле, они вообще мягкие, но там проволочка внутри. Поэтому из них их можно сделать вот как угодно. Разогнуть и... Сделать по-любому их в вазон. Ну, в принципе, я довольна. Я довольна посылкой. Единственное, что вот меня смущает, вот это то, что часы... Ой, пошли часы, смотрите, идут. Идут часики, ура! Почему они тогда стояли, не знаю. Ну вот,
Вот и все замечательно. Ссылочки я вам оставлю, если вам нравятся такие часики. И если вы захотите себе тоже сделать орхидеи для на окно поставить, чтобы вам казалось, что у вас очень много цветущих орхидей, то я вам ссылочки обязательно оставлю. Ну вот и все, мои дорогие. С вами была Галина. Вот так вот выглядят на страничке часы. Но это не единственные часы, которые здесь есть. Здесь очень много моделей. Вот такие вот, видите, есть. Есть в серебристом оформлении. Здесь фасончиков часов очень много моделей. Выбрать можно что угодно. Так что заходите по этой ссылочке, выбирайте себе часики и заказывайте. Посмотрите, сколько здесь разных моделей у этого продавца. Продавец очень ответственный, высылает быстро, и часы достаточно недорогие. Вот видите, всего $2.76. Вот. Вот такие вот есть еще. Также хочу вам показать страничку с листиком. Вот такой вот листочек есть. Вот так. Так, я не... Чего он не движется? Вот такой вот листочек. Чем они отличаются, честно говоря, я не знаю. Вероятно, размером. Также здесь можно заказать орхидеи. Вот такие вот розовые, лимонные. И вот такая вот на них цена. Листик стоил мне 2,47. А орхидеи, сейчас мы посмотрим, сколько же стоит орхидея. Добавить в корзину. Ага, отметить надо размер ее. Вот если она 90, то она будет 6. Но орхидею, я думаю, можно найти и подешевле. А может быть, вот под другой размер. Другой размер будет немножечко дешевле. Она, в принципе, очень длинная и не нужна. Я когда делала орхидею в вазоне, то я этот длинный хвост все равно заворачивала. Все ссылочки, конечно, будут внизу под видео. Заглядывайте, заказывайте, украшайте свой дом.